Так, що у нас сьогодні? Сьогодні у нас 19 августа. Где ви були 19 августа? Сина не додавали тебе такий вопрос? На тебя в 91-м еще не было. В общем, 19 августа, 17-й год, Харьков. 10-10 по Киеву. И вот такой памятник установили. Но пока не открыли. Открытие вроде... Ты видишь, что написано? Серко. Да, это атаман Иван Серко. Исторический музей. Дай мне руку, слышишь? Легендарный наш землячок. По одной из версий родился он в Мерефе. Ну рядом с Мерефой, Мерефы тогда еще не было. Как, впрочем, и Харькова. Речь идет о 1600 каком-то там году. Ну и что, красота. 5,5 метра высотой. А вот то, я так понимаю, герб Харькова изначальный. То есть его рисунков нету, есть просто словесное описание. Ну, видно, решили, что выглядел он так. Так, 19 августа, 17 год, Харьков, 10:35 по Киеву, и это площадь Конституции. Если человек впервые попадает в город, наверное, лучшее место посмотреть достопримечательность. Из 12 символов города Харькова, официально признанных в 2000 году на горсовете, 5, по-моему, здесь. Ну, видны отсюда. Первый символ, вон полосатенький Благовещенский собор, недалеко отсюда. Это у нас Покровский собор. Самое, по-моему, каменное старое здание в Харькове. 1689 года постройки, по-моему. Так, это Ника. Площадь Конституции сама тоже. Ансамбль площади Конституции. Это символ города Харькова. Вон там за углом этого здания есть памятник в сковороде, местный наш философ. Фонтан там тоже прекрасный. Скрипаря, сейчас дойдем до скрипаря. Еще один символ Харькова, Успенский собор. Самое высокое здание долгое время было в Российской империи. А вон там кусочек виден совсем немножко. Здание городского совета. Оно тоже символом города Харькова является. И тоже в шаговой доступности отсюда. А вон и наш скрипач на крыше. Теперь уже у нас их два в Харькове. Один на стекляшке на возле площади Свободы. А этот здесь. Долго они мигрировали. Ротации проводили. Да. Так, а тут сразу от площади Конституции начинается улица Сумская, главная улица Харькова. Вот она, родненькая. И где-то вот в конце этой улицы уже как раз и тот самый скрипач. И площадь Свободы. Градусник. Тоже знаково для... С часами. Да, градусник с часами. Знаково для Харькова место. В том смысле, что встретиться под градусником довольно частый. Расхожее выражение. И у нас 29, мама дорогая, градусов. В половину 11 утра. Это у нас истуканы. Недалеко от здания горсовета, что, наверное, не случайно. Периодически сюда люди кладут, лично присутствовал, денежки. В данном случае печеньки. Каждый хочет печеньки.
cookies. Пошли, танчики поснимаем. О, как раз я возле них. Это артиллерия, конечно, мощнейшая. Артиллерия бьет по своим. Недалек перелет, недалек. Майдан Конституции. Площадь Советской Украины, площадь Тевилева, Николаевская площадь, Ярмарочная площадь. Одна из центральных и наиболее древних площадей города Харькова. Основана в 1659 году. С 96-го 1900 имеет название площадь Конституции. Так, и здесь у нас красота Mark V. Британский танк, захваченный в период вторжения Антанты в начале 20 века. Вон там церковь красивая, не знаю сейчас. Да подожди, не залезай. Пошли, потом отдельное время уделим. Традиционные 3-4. Я вместе с тобой там полажу, сынок. Иди сюда. Сейчас купим. Ты же не нашел его. Где? Да, и тут у нас появилась еще одна достопримечательность. Установленный, но пока не открытый, памятник атаману Серко. Тоже местный, как и сковорода, житель, по крайней мере, по одной из версий, он родился в тех местах, где ныне расположена Мерефа. А мы пошли с другого ракурса, его снимем, и на том твои мучения прекратятся, сынуля. Бурсатский спуск. Вот он, атаман Серко. 1600 какой-то год рождения и такой же смерти. Насколько я помню, 75 лет, по-моему, он прожил. Легендарный такой командующий, военачальник запорожского казачества. Так, 19 августа, 17 год, Харьков, 11.11 по Киеву, Благовещенский собор, Полтавский шлях, Покровский собор, правее Успенская, Успенский собор, в общем, все достопримечательности здесь. Опа, я у тебя споткнулся. Сколько раз здесь бываю, столько раз снимаю. Просто удержаться не могу. Да не толкай же ты меня, сынок. Азырянская церковь. Так, ну пошли на стрелку, сынуля. Вон она уже стрелочка. Слияние реки Харьков и реки Лопань. 19 августа, 17 год, Харьков. УЗПИ. Вон Успенский собор выглядывает. Большие цветы из цветов. Да. Покровский собор, Благовещенский собор, Полтавский шлях. Клумбочка, конечно, знатная. Большие цветы из цветов. Знаешь, я где-то видел такой... А там стрелочка. Значок, знак
герб Харькова где-то. Да? Тоже из цветов. Харьков, 19 августа, 17 год. Мост влюбленных на Стрелке. 11:40 по Киеву. Там у нас цирк. Там у нас монтирует сцена к дню города, который будет через 4 дня. Там церковь, которую я почему-то никогда не замечал. Церковь, мечеть, которую я никогда не замечал почему-то. Ну и сам пешеходный мостик. И стрелочка. Стрелка, потому как слияние двух рек. Лопань и Харьков. Традиционные замочки. Насколько я знаю, периодически их срезают, когда их количество превышает все допустимые пределы. Там у нас Андрей Первозванный, которого обильно поливают в 30-градусную жару. Ой, ну и конечно эти фонтанчики просто спасение. Облился, намочился и красота. Августа, 17 год, Харьков. Бьют часы колокола Успенского собора. Ураба! Ураба! Успенский собор, Благовещенский собор и Покровский собор. Три основных собора Харькова. И площадь Конституции. 19 августа, 17 год, Харьков. 12:21 по Киеву. Место для медитации – Гамлет. Ты слышал про Гамлета, сынок? А? Не про того, который принц датский или шекспировский персонаж. Ну ладно. Так, сегодня 19 августа, 17 год, Харьков. Тут сразу несколько достопримечательностей Харькова. Символов города Харькова. Официальный символ города Харькова. Зеркальная струя. О, и тут колокола. Все в куполах, все в зеркалах. Тут у нас второй символ Харькова. Ну, один из 12. Хатоп. Хнатоп. Вон даже написано. Хнатоп. Харьковский национальный академический, наверное, театр оперы и балета. Монументальностью своей, конечно, здание потрясает. Чем-то он мне напоминает мавзолей, поставленный на попа. Хотя там, конечно, не поп был, а Владимир Ильич. Мавзолей, поставленный на Владимира Ильича, вверх ногами.
Что сынок? А? Что такое? Да. Да сейчас, сынок, даже. Вон там у нас. Ну сейчас не видно отсюда за деревьями. Еще один символ Харькова. Вот как раз где белеет забор. Сейчас реконструкция. Там памятник Шевченко. Тоже 16-метровый монумент. Один из официальных, признанных в 2000 году Харьковским городским советом. Символ Харькова. Ну и тут Быков выглядывает скромненько. Кадры из фильма «Бой идут одни старики». Ну, по крайней мере, в этом образе. Про церковь жен мироносец я не помню. Говорил, не говорил. Церковь 19 века была снесена во время Советского Союза в начале 20 века и отстроена буквально в начале 21-го, в 2014 году ее достраивали. 19 августа, 17 год, Харьков. Еще один символ Харькова, город. Это город. Памятник Шевченко в саду Шевченко, улица Сумская. Ну, как мы видим, вот тут и написано ТГ Шевченко. Тарас Григорович Шевченко — это суперачей. Я знаю, да. Реконструкции. Ой, до фонтанчика прямиком не дойдешь. А хотелось бы. 30 градусов жары. Да пока снимай, а что ты хотел? Да, хорошо. Да, ну вот это колесико, конечно, от всех скрытое, ребусом является для многих. Где на монументе, на памятнике Шевченко тракторное колесо? Огромное тракторное колесо зачем-то заперли людям за спину. Вот оно. августа, 17 год, Харьков. Сад Шевченко. Даже радуга у нас тут, ну как положено. Ты радугу видишь? Радугу видишь? Да. Ой, 30-градусную жару — это то, что надо. Извиняюсь, на каком металле робимо зараз? На, покажи сама. Ну, вот такой. Так, жовтенький. Нас... Теперь дивись, жовтенький ты без отвора, без отвора, как ты хочешь. Ну, давайте без отвора. Как мне? А сколько стоит? На алюмине 20 гривен, на меди латуни 50. 17 год, Харьков. И два малюночка выбираем. Так, зараз з дитиною от сюди ставайте трошки. Угу. Стучи монетку, не боїмося, дівчата, ребята. Два малюночка хлопці вибрали. На алюміні це буде коштувати 20 гривень, на меді латуні 50 гривень. Бери. Принимай роботу. Нравиться? Гроші віддався. Да, він дав. Все, спасибо большое. Я вам спасибо. Здравствуйте, можно на золотой? Да. Я говорю, как настоящий. А монет. Почему ты эти выбрал? А? Почему ты именно? Украина! Слава Украине! Героям, героям слава! Героям слава! Прикольно. Держи. Так, Харьков. 19 августа, 17 год. Сад Шевченко. 19 августа, 17 год, Харьков. 13:38 по Киеву.
две последние достопримечательности Харькова на сегодня. Символы города Харькова. Площадь Свободы и Газпром. Здание Газпрома, которое начали строить в 1928 году, как ни странно, долгое время было в Советском Союзе самым высоким зданием. Считалось небоскребом. Что, конечно, потрясающе. В 2017 году считать это невысокое относительно здание небоскребом как-то даже странно. В общем, все. Мартышка. Что? Где? Мартышка. Ухтышка.